Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Stig War Legacy. Так, ну что, давай посмотрим. У нас две новых миссии появилось. Это получается 199 и 200. Окей. Ну что же, на нормале, как всегда, вначале будем проходить. Кого тут прокачать-то нам, я даже не знаю. Ну, блин, великан нужен нам здесь или нет? Давай попробуем, начнем с лучников, с прокачки, и, наверное, капитона. Все. Так, уничтожить статую, блин, врага. О, подожди, я что-то не понял. Блин, у нас еще, оказывается, ничего и нету. Ну, зашибись. Нет, у нас есть вот какой-то рудокоп здесь. Давай добывать. Быстро, 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 парень. Все, бегом, беги. Сколько? Соточка. Нам нужно, наверное, еще двух. Так, тут перегородка. Тут перегородка тоже. Угу. Парень, давай быстрее как-нибудь добывай уже, а? В конце концов. А, эти стоят, потому что здесь, оказывается, блин. И что прикажете мне делать? Сломать эту перегородку, к чертовой бабушке. Но мы-то запаримся, если честно, ее ломать, поэтому... Что-то я, конечно, об этом не подумал, что здесь действительно... Сейчас я попробую заказать... Кто там у них вообще? Ё-моё. Капитона, наверное, я возьму одного. Блин, давай ломать эту перегородку. Да мы ее тут запаримся ломать, если честно. Капитон выбегает. Окей. Да, действительно, тут запаримся мы сейчас ее пробивать. Давай, парень, быстрее, быстрее, быстрее. Все, неси. Так, они уже почти сломали, у них будет сейчас преимущество, потому что они смогут добывать золото, а я тут до сих пор торчу в этой фигне. Окей. Так, давай я закажу еще, наверное, капитона. Блин, у меня мечников-то тут нет, у меня только капитон, оказывается. Да, лучники и маги. Ну, трындец. Пока он там заработает себе это золото, можно чеколдыкнуться. Смотри-ка. Смотри, что он делает. Он уже добывает здесь себе спокойненько. Ага. Решил вдруг на меня прыгнуть. Я еще одного капитона закажу тогда. Все, ребята. Можно спокойненько здесь, как говорится. Мы будем стоять пока. Стоять, так сказать, на страже. Закажу лучника, потому что здесь мечники. Ага, он себе тоже заказал одного капитона. Как они медленно, ребят, добывают. Давай вот так вот ускорим. Поможет ли мне это ускорение-то вообще? Оно очень быстро заканчивается, кстати. Ускорение это. Слушай, я, наверное, сейчас закажу. Блин, а стоит ли мне мага брать? Вот в чем вопрос. Стоит ли мне брать мага? Наверное, стоит. Или все-таки не стоит? Если я возьму мага. Нет, я возьму, наверное. Маг уж 100% лишним не будет. Конечно, великан бы тоже нам не помешал бы, но тем не менее. Так, они уже почти пробили. Блин, армия у них, конечно, тут сильная. Неужели они еще на меня тут вздумают побежать? Скорее всего, побегут. Странно, они как-то не добили эту баррикаду. Отступили.
А что же их напугало? Или это так должно быть? Хорошо. Я закажу еще себе добытчиков. Если у него есть капитоны, лучники как бы здесь вообще бесполезны. По большому счету получается. Но у них, блин, как же они прокачаны, а? Мощно. Давай, наверное, еще разок сделаем. Вау! Я даже не успел посмотреть, как они на меня побежали, а? Ты посмотри. Хорошо. А что у них такая фиолетовая кровь-то здесь? Великаша, выходи, ты мне нужен. Ты посмотри, а, что маг творит. Давай, 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 давай. Да что ты отвернулся-то? Бомби этого хмыря. А лучник как специально куда-то бомбит, не туда вообще, куда надо. Вот, великан наконец у нас появился, ребят. И сразу же побежали на попятную, а? Ты посмотри на них. Ладно, дали нам некую, так сказать, передышечку. Я этой передышкой должен воспользоваться в полной мере. Это что, это следующий отряд на меня бежит? Нет, это они вернулись со своей базы. Слушай, я тебе скажу следующее, что маг, в принципе, неплохо здесь разруливает, поэтому, наверное, надо делать акцент именно на него. Именно на мага. Ну и лучники, в принципе, тоже как бы помогают здесь. Ну, наверное, все-таки я закажу еще одного мага. Да. Закажу еще одного мага и уже следом будем заказывать еще одного великана, а потом уже, наверное, и копейщиков. Так вот сделаем. Кто-то меня поправлял там в комментариях, что это не копейщики, а капитоны. Я хочу сказать тебе, что капитоны — это просто сленг игровой, а на самом деле это и есть копейщики. Так, ну что, закажем, наверное, еще одного капитона. Так, он выстраивает армию. Но мага, я смотрю, у него нету, да? Мага мы убили, когда они, видимо, отступали. Самое плохое, что когда мы сейчас... Куда вы побежали-то? Эй! Ты серьезно сейчас? Ну куда ты пошел-то, дуралей, блин? Зашибись, наш вот этот добытчик не нашел другого места, как прийти на вражескую территорию и добывать здесь руду. Молодец. 100 баллов сверху. Что там у нас происходит? Блин, мне бы у него добытчиков поуничтожать было бы немножко получше. Ну, хотя бы одного бы добить. Сейчас мы сделаем обманочку такую. Они сейчас будут возвращаться, а мы будем наоборот подбегать. И эти сразу получат. Так, ну что, еще одного великана заказываем. Это получается два великана, два мага. В принципе, все. Лучников только остается. Я не знаю, кто у него упадет в конце. Когда мы начнем уже базу бомбить, кто у него там выбежит. А вот уже и маг у него появился. Ну что, предлагаю, наверное... Ага. Хорошо, досталось. Минус 3 добытчика. Что-то как-то, мне кажется, лучников маловато у нас, да? Слушай, у него даже здесь почему-то нету охранников в замке. Прибыло подкрепление.
Давай, родные мои. Шпарим. Всех добытчиков поуничтожали, нормально. Ну, я чувствую, тут победа у нас будет. Да. Победа. Так, скоро мы получим еще сундук. Ну что, друзья, 200-я миссия, поехали. Ох, 15 очков, а что так много? Почему так много очков? Интересно. Хм. Очень интересно. Давай посмотрим. Дожить до заката. Мне даже хилку дали. Ага. Чего? А чё так сразу-то быстро? А, у меня копейщик лучший какой-то. Нормально. Фига мне тут надавали. Ну, это, наверное, неспроста. Что-то тут будет жестко, я думаю. Так, не могу врубиться, пока нормально у нас получается все. Блин, у них зомби опять эти. Поёк, макарюк. Дай-ка я врублю молнии. Слушай, этот лучник запарил там уже, а? А назад? Это что, все мои армии, что ли? Как-то добытчиков маловато, по-моему, да? Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Так, этот пока отхиливает. Хорошо. Дожить до заката, блин. Ядрить, тут еще и капитоны побежали. То есть лучники уже здесь бесполезны, получается, да? Так, допустим. Да вот и зомби эти, которые встают, это, конечно, вообще мрак полный, ребята. Я знаешь, что хочу сделать? Мага. Успею ли я только его сделать? Если мы выстоим, мы сможем отхиляться. Давайте. Тут еще он. Блин, это самый противный. Выполз. Выходит маг. Слушай, а я мага-то не прокачал. У меня великан как раз прокачан по фулке, насколько я помню. Но не маг. Ну хорошо, что хилка. Она захиливает хотя бы. Это большой плюс для нас. А армия сейчас будет еще больше, да? Все, мечники бегут. Мечники бегут. Ну, копейщики, ой, эти стрелки, конечно, красавцы. Расстреляли их издалека. Пока там тишь. Лобешник отлетел. Красавцы отбили. Ну, здесь попроще, потому что здесь не было капитонов. С капитонами, конечно, все похуже. Блин, дайте мне, пожалуйста, великана-то сделать, а? Одного великанчика, я думаю, было бы, ну, достаточно, наверное. Не уверен, конечно, 100%, но все-таки. Так, там еще один. Ё-моё, да посмотри, армия. Армия какая. Блин, мои лучники-то справятся здесь? А, у нас же маг. Это хорошо, что маг у нас. Да-да-да, со своей массовой атакой.
Нифига они тут. Великаша вышел. Теперь будет веселуха. Что-то они, конечно, там налегают на моего лучника, блин. Упс. Массовая хилочка. Вы сейчас серьезно, блин? Ну, ребят, ну это уже какой-то прям перебор, блин. Два великана вышло. Ёк-макарёк. Не, мой, конечно, тут пытается как-то с ними бороться. Я еще одного призову. А сейчас же еще труп будет, я так понимаю, да? Точно. Ну, трупы, ладно, еще. Сосунки. Выстоял. Это опять же не конец, я чувствую. Че, у меня практически копеечков не осталось. Бегут. На этот раз еще и лучники здесь. Надо атаковать. Надо атаковать. Так, у меня маг стоит. Все с ним отлично. Справились? Молодцы, давай назад отступаем. Такс. Хилка, почему не хиляешь, а? Давай-давай, захиливай моих великанов. До чего дожить? До рассвета, да? Или до заката, я так не помню. До заката, по-моему. Три сделаем. Четыре. Четыре еще мечика. Опа. Так, это у нас уже прыгуны. Ну, мертвые же не будут воскрешаться, я так понимаю. Опа, а вот и самый главный хмырь. Смертушка. Ее-то как раз нужно сносить. Иначе он припарит своими призовами. Давай, родные мои. Блин, мы ее только оттолкнули. Только отлетает. Фига, мы их тут прижучили. Прям на ихнем кладбище. А по делам. Еще маги молодцы зажигают. Отлично. Прессуем, короче, да, по черноку их. Сколько еще будет волн здесь, а? Если нам нужно дожить до рассвета. Давай отступать, наверное, потихонечку. Пускай этот идет. Все равно он уже покоцанный, его там на один раз, и он отдуплится. Вызову капитона. Еще одного. А у нас, вот, лучник здесь на месте. Все пока под контролем. Этот идет одинокий. Весь утыканный стрелами. Шпарит к нам. У нас такая армия неплохая. Да, один хил, а ты прикинь, когда их несколько, там, 5 или 6 хилов, то вообще можно без проблем воевать. Ну и стоит эта хилка в магазине очень дорого, насколько я помню. Призвать этого хила. Угу, еще идет. Потихонечку идут, но появились. Этот отдуплился. Давай, сейчас тебе лучники мои устроят.
Не понял. А чё лучники-то тормозят? Ох, ёк-макарёк. Ох. Пора, ребят. Сколько их там? 4 великана. Зашибись. Да нет, их, по-моему, тут больше было, чем 4. Пока тишина. Лежать, ты сказал. Так, у нас свежий великан подошел. А, прыгуны. Так, Хилка, ты куда-то вот встала. Ты бы лучше бы стояла бы сзади где-нибудь здесь и хиляла. Без нее, конечно, было бы сложнее. А что мне давали? Мне давали вот этих молний, да, по-моему, целую кучу. И рудники. Можно еще заказать одного мага. Чтобы было по справедливости. 3 великана, 3 мага, да? Да. А, понятно, предел. Это кто у нас? Это маги. Ну, с магами нужно разбираться заранее. Естественно, они сейчас начнут взрывы свои делать, понятное дело. Давай, 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 давай. Еще одна армия магов приперлась. Ага, хорошо. Зомби этих тоже валим. Так, пойдем отдыхать. А, по-моему, все. Нет, не все. Я уже думал, что победили. Еще пока нет. Все, армия фул. Опа. Это что, супер какой-то? Тихо, это что, супер, наверное? Мощный великан какой-то. Ох, нифига он что. И ножкой-то он топнул. А, и еще один. Ядрен матрен. Что там опять? Я уже думал, что что-то там вызвал. Так, этот осел на землю. Да, друзья, мы победили здесь. Как-то так. Да, прошли. Попробуем, давай-ка мы вот этот уровень пройти на харде. Мне просто для чего это нужно? Чтобы получить сундук. Кого же тут лучше прокачивать-то? Копейщиков? Или магов? Давай, наверное, я копейщиков прокачаю. Поехали. Попробуем. Так, помощь, говорит. Даю тебе огромного копателя. Все, иди относи.
Он сотку, а этот 150. Не очень-то и много он, честно говоря, добывает. Всего-то на 50 больше. Эти уже вовсю ломают. Ну что, выпускаем капитона, пускай он начинает ломать потихоньку. Кстати, вот маг, блин, ну до мага нужно накопить еще фиг знает сколько. Так, давай, 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 давай. Замечательно, относи. Тут в основном мечники на нас будут бежать. Пока. Ну, я не знаю, одного мага, если вызвать, было бы, наверное, неплохо. Да, было бы неплохо. Ну-ка. Это сколько будет сейчас? Этот 100, это 970 плюс еще 150, 900. Так, чуть-чуть не хватает. Давай, братишка. Добывай быстрее, 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 еще быстрее, еще быстрее. Все, относи. Я все-таки мага закажу. Там будут послушники эти, две штуки. Он как, они как раз будут помогать нам ломать. Ну и, наверное, лучников пора заказывать. Мне так лично кажется. Ну что, мы только первую перегородку, блин, сломаем. Окей, эти куда-то почему-то отступили. Так, нет, ребят, нет, давай-ка мы будем стоять здесь. Просто вызовем побольше этих. Блин, лучник как неугомонный, блин, стреляет и стреляет, а. Помогает нашим врагам пробить как можно быстрее, блин, эту баррикаду. Интересно, у меня копейщики лучше в броне, чем эти, или нет? Даже не знаю, и побегут ли они сейчас на меня или нет. Ты смотри, побежали. Фига, мы его этого, блин, оборзели совсем. Смотри, что вытворяет, а? Там еще подкрепление бежит. Маг нам очень хорошо помогает, в плане того, что он их сбивает с ног. Еще возьму лучничка. Ага. Спугались? То-то и оно. Так, у меня получается 3 копейщика. Не идут, не нападают пока. Слушай, а мы можем же опять, как в тот раз, помнишь, мы у них уничтожили этих добытчиков. Правда, там лучников было больше в разы. Акцент сделать на лучников и, в принципе, норм. Но великан тоже нужно. Тут же нет, по-моему, стражи, да, охраны? Тут нет охраны. То есть лучников он не призывает.
Это большой и огромный, даже я скажу тебе, плюсик в этом плане. Ага. Только пятки сверкают. Да, я, наверное, сейчас со следующей заходки я закажу одного великана. Давай, давай, стычка. Ну чё вы этот рудничок мусолите-то, ё-моё, перешли бы там, я знаю, на свежий какой-нибудь. Еле-еле добывают. И кровь почему-то не красная, а фиолетовая. Ну, есть. Сейчас получим великана. Давай, 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 давай. Эть, хорошо так по пяточкам надавали. Так, великан готов. Не прокачанный, дохленький, но тем не менее. Наверное, можно было бы, конечно, рискнуть уже нападать. Я имею в виду на статую. Но там же два великана выйдет, так? Добытчиков. Ну, да увольните. Ни в какую, да, не захотели. Значит, получается, нам нужно двух великанов получить. Это как минимум, это в противовес. Смотри, мой уже в наглую здесь бомбит. На их территории. Одного вальнули. Есть, второй. Так, отходим. Вот так вот я их оставлю без добытчиков рано или поздно. Так, наверное, уже можно и нападать, мне кажется. Чем мы тут будем выжидать? Погнали, попробуем. А, он там уже и магов призвал. Сейчас попробуем пробить. Сейчас подкрепление выйдет. Враг вызвал подкрепление. А нету тут великанов, ребята. Это, видимо, вообще из другой оперы. Добытчиков всех, чертовой бабушки. Правильно, так им. Откуда у него столько этих-то? Капитонов-то набралось. На тебе костью по башке. Ты видишь, напоминает мне, знаешь, кого? Из Tower Conquest, этого старого воина. Тоже тут с дубиной такой. Все, ребят, победили. Так, значит, мы сундук еще заработали. Ну вот и все, в принципе. Так, где сундук взять? Так, подожди, я что-то не поняла. Где у нас зарабатываются сундуки? Здесь. Сундуки, вот он. В коллекцию. Угу, открываем. Так, подожди-ка, а... Ну это, ребята, ерунда. У нас намного лучше же есть, да? Мечники. У нас мечники до последней прокачаны. Вот, а нам только огненную дали. Вот эту вот.
То есть смысл, если у нас вот это есть. 3000 стоит. Значит, костяные все-таки уступают тьме. Получается так. Да, вот великан у меня, конечно, вообще слабак. Ну и, конечно же, добытчики тоже, ребята, очень слабы. Но я пытаюсь найти на них новые вот эти вот оболочки, но пока не безрезультатно. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.